На первенство России по фехтованию в Сочи приехали порядка 800 спортсменов из более чем 35 регионов страны. Это кадеты, юноши и девушки до 18 лет. Сегодня на базе Федерального центра «Югспорт» стартовый день престижного турнира. Первыми на дорожке вышли юноши. Они состязались на рапирах в личном зачете. Сильных участников привезли представители Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ярославской области. Думаю, не менее яркие выступления также покажет и Москва. По разным видам оружия, соответственно, идет развитие как в мужской, так и в женской рапире. Абсолютно на разном уровне. Но, тем не менее, очень приятно, что у нас представлено более 35 регионов. И не в каждом из них фехтование культивируют и развивают этот вид спорта много лет. Например, в Брянской области. Для раперистов из этого региона нынешнее первенство России – один из первых крупных стартов. Артем Ковалишин сегодня в 6 боях в группе в сумме нанес всего 5 уколов противникам. И не обыграл ни одного. Впрочем, спортсмен из Брянска не отчаивается. Говорит, на данном этапе для него главное не количество очков. Мы пробуем фехтовать со всеми, учимся фехтовать. Едем на всероссийские соревнования, чтобы получать опыт, развиваться в фехтовальном плане. А для Дмитрия Осипова первенство России – это еще один шанс закрепиться в рейтинге кадетов. Там он сегодня занимает верхнюю строчку. 13 очков отрыва у меня от второго места. В январе я был первым, потом мы поехали на международное соревнование в Словакию, там я первое место в рейтинге потерял, а на первенство России среди юниоров вернул. То есть этот рейтинг – это довольно-таки условное обозначение, и постоянно места меняются. Не главное, какой ты в рейтинге, главное именно показывать результат на важных стартах, вот, например, как эти. Показывать высокие результаты у Дмитрия Осипова пока получается. Сегодня он выиграл все 6 боев в группе, пропустив всего 4 укола. Причем 3 из них в одном поединке с Александром Бологовым из Тюмени. За медали турнира раперисты будут сражаться также 7 и 8 февраля. Завтра девушки, в субботу командные соревнования. После в борьбу за медали вступят шпажисты. Завершат программу первенства в Сочи бои на саблях 12 и 13 февраля. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в первенствах Европы и мира. Главные старты года пройдут в конце февраля в Хорватии и в апреле в США. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.